Несколько часов назад в студии ГТРК Карачева Черкесия завершилась горячая линия. Гостем моей коллеги Мадины Лайпановой был министр культуры республики Зурапа Гербов. Когда планируется реконструкция здания драмтеатра, какие меры поддержки предусмотрены для работников учреждений культуры, какие события ожидаются в культурной жизни нашего региона. Об этом и о многом другом Артуром Пхце. Судьба здания Республиканского драматического театра не первый год интересует жителей карачаево черкесии Да и те, кто ранее десятилетиями давал в нем спектакли, а затем накануне года театра в России оказался перед необходимостью подыскивать новые помещения для репетиций и представлений, с нетерпением ожидают хороших новостей. Гость горячей линии министр культуры Республики Зурапа Гирбов ответил на этот и некоторые другие вопросы. Работа длилась больше года, и мы смогли разработать современный проект – Который отвечает всем техническим требованиям и нашим потребностям. Я здесь особо подчеркну, что строить мы будем здание, которое не только будет в себя включать mm -hmm. зал, такой как бы у нас, даже основной зал он будет больше. Вместо 770 мест, которые у нас были раньше, мы планируем, что это будет зал Тысячник, который будет разделяться на части, в котором можно будет проводить мероприятия и на 500 человек, и на 1000 человек. В нашем регионе наибольшее количество событий и мероприятий традиционно относится к культурной и образовательной сферам. На что можно будет посмотреть в 2024 году? Какие красочные масштабные проекты порадуют жителей Карачаево-Черкесии? Разумеется, были и проблемные вопросы, в том числе касающиеся кадрового потенциала учреждений культуры, как заинтересовать молодых специалистов, трудиться в сельских домах, какие меры грантовой поддержки существуют в данной сфере. Ну что касается Поддержки именно молодежи. Я могу здесь сегодня э, сослаться на моего коллегу, министра mm -hmm. по делам молодежи, на программы, которые у нас в республике реализуются именно по молодежной линии. Обширные. Ли? Они очень обширные. Mm -hmm. Короче, Черкесия здесь лидер. А что касается поддержки нашей, mm -hmm. Министерства культуры, здесь мы идем по линии проектов. То есть нам э, очень важна конкретика. Mm -hmm. Мы очень... Рады, когда к нам приходят в Министерство или обращаются в наши социальные сети авторы проектов. Полностью горячую линию с министром культуры Зурабом Агирбовым можно посмотреть на нашем сайте и на страницах в социальных сетях. Артур Мхце, Вести, Карачаев, Черкесия.